мультимультичудная страна. Сколько дарит радости она. Здесь такое можно увидать, что ни в сказке сказать, ни пером описать, ни пером описать. Здесь гуляет слон по потолку, а свинья кричит «Кукареку!». Ваша любимая бабушка, бабуленька Шипоклёк. Ну, как дела? Как учитесь? Хорошо? Вот и плохо. Я не люблю тех, кто хорошо учится. Мои любимчики знаете кто? Самые примерные хулиганы, самые отличные двоечники. Вот с кого вам надо брать пример. А то мало у меня настоящих учеников. Мало ребят, которые умеют красиво сделать хорошую акость. А все потому, что вы не хотите у меня учиться. Я знаю, кто вам нравится, с кого вы берете пример. Чиполлино, Карлсон, Винни-Пух. И этот, самый главный, это мой враг. Чебурашка со своим крокодилом. О, тоже нашел товарища. Одна морда че стоит. Ну ничего, ничего. Я тоже не одна, у меня друзей полно. Сейчас вы их услышите. Люди задрожали, звери убежали, птицы улетели в теплые края. И шагая в ногу, вышли на дорогу, Крузбалбес бывалый, закадычные друзья. Ломать, кружить, рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье. Ломать, кружить, рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье. Вот они мои миленькие, мои тихонькие, мои разбойнички. Сейчас я им устрою проверку на храбрость. Эй, вы, что у меня в руках? Крыса. Лариса. Правильно. Нате, держите ее. Ой, караул! Мамочки! Ай-яй-яй-яй-яй, это же не настоящая крыса. Моя Лариска сейчас в командировке, на кошек охотится, а это игрушка из поролона. Вы хоть знаете, что такое поролон?
Конечно, это даже балбес знает. Да, поролон, это которого в Древнем Египте в гробницу клали. Так и называется, гробница поролона. О, сфинкс. Какой стыд, какой стыд. Поролон спутать с фараоном. Вы хоть в школе-то учились? А как же? 4 класса окончили. Все вместе. Оно и видно. Раз такие необразованные могут что-нибудь сделать. Вы со своими бременскими музыкантами-то и то справиться не можете. Ой, бабка, не напоминай мне о них. Ну, во-первых, я вам не бабка, а гражданка Шапокляк. А во-вторых, только я знаю, как победить этих музыкантов. Ой, держите меня, она знает. Какая-то шляпокряк. Не шляпокряк, а шляпоквок. Да нет, шляпобрык. Молчать! Слушайте меня! Я помогу вам поймать ваших музыкантов, а вы мне поможете расправиться с Чебурашкой и крокодилом. Кто такие? Да вы что? Вы что, не видели, что ли, фильмов с моим участием? Нет, я только, ну, погоди, смотрю. А, прекрасно. Это тоже наш человек. Кто? Волк. Надо же его тоже позвать. Волк! Волк! Да помогите же мне! Волк! 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 Спрятались ромашки, уползли букашки, и трусливый заяц задал стрекача. Это я для смеха, заглушая эхо, громко и сердечно свою песню зарычал. Ломать, крушить, рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Ломать, крушить, рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Здравствуй, бабушка. О, а где твоя красная шапочка? Вот дурак-то, я другая бабушка. Да? О, ну тоже ничего. Ну хватит болтать. Слушайте, слушайте, мы все время попадаем в глупое положение. Ого. А все потому, что боремся в одиночку. Во. Пора объединиться. Мы поймаем их всех по одному, ага, и посадим в этот чулан. Во. И первым, по моему плану, а? Мы поймаем Чебурашку. План у меня готов. Ты, бывалый, залезешь в этот мешок, а когда к нему подойдет Чебурашка, ты выскочишь и запихнешь в этот мешок его. А зачем Чебурашка подойдет к мешку? Ну, это уж моя забота. За делом! Нечего скрываться, выходи сдаваться. Вам теперь уж, братцы, не уйти никак. Из со дна морского вытащат любого. Трус, балбес, бывалый волк и тетя Шапокляк. Ломать, крушить, рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье. Ломать, крушить, рвать на части. О! Вот это жизнь, вот это счастье. Чебурашка! Чебурашка! Кто меня звал? Это я, бабушка, старая, глухая и немая. Немая? А как же вы разговариваете? С большим трудом. А как же вы слышите? Еле-еле. А что вы в лесу делаете одна? Металлолом собираю. Металлолом? Да. Какой же в лесу металлолом? Банки, крышки, жестянки. Вот целый мешок насобирала. Такой тяжелый, донести не могу. Помоги мне, Чебурашка. С удовольствием. Давайте ваш мешок. Ага, попался?
Ой, сейчас мы его отдадим волку на съедение. Давайте. А кто он? Чебурашка. Это я знаю. Кто он конкретнее? Заяц, крокодил, баран, рыба, сосиска, кефир. Кто? С чем его едят? Ну, Чебурашка, зверек неизвестной породы. Нет, так не пойдет. Съешь неизвестно что, потом живот болеть будет. Не хочешь, как хочешь. Ходи голодный. Так, теперь мы пойдем охотиться за остальными. А ты, волк, останешься сторожить. Фу. Только я на всякий случай полью эту поляну клеем БФ. А что это за клей? Универсальный. Кто в него попадает, тот навеки прилипает. Западня. Молодец, догадался. А теперь... Путь! Нечего скрываться, выходи сдаваться. Вам теперь уж, братцы, не уйти никак. И со дна морского вытащат любого. Груз балбес бывалый волк и тетя Шапокляк. Гена, я здесь, на помощь. Кричи, кричи, пока не хрипнешь. Скоро твой Гена тоже поплачет крокодиловыми слезами. Неправда, он всем вам покажет. Гена, Гена. Привет, Гена. Ой, Карлсон, который живет на крыше. Точно, это я, ваш дорогой Карлсончик. Только я сейчас не живу на крыше, ее ремонтируют, протекать стало. Карлсон, вы не знаете? Знаю, я все знаю, все знаю. Уже полчаса здесь кружу, даже горючее кончилось. Ой, надо подзаправиться. У вас есть пирожные или торт? У меня только морковка. Ты что, с ума сошел? Тебе прилетает лучший друг, а ты ему предлагаешь морковку? Давай сюда. Значит так. Шапокляк с разбойниками схватили Чебурашку и посадили в чулан. Дверь закрыта на засов, охрана один волк. Тогда скорее пошли спасать Чебурашку. Не торопись. Если волк нас заметит, он поднимет тревогу, и разбойники начнут стрелять. Ведь у них есть оружие. А у тебя есть оружие? У меня только зубы и хвост. Какое же это оружие, хвост. Разве с хвоста можно стрелять? Нет, сгоряча действовать нельзя, Гена. Надо посоветоваться с одним умным человеком, который может обмануть волка. А кто это? Как кто? Заяц. Ну, кто лучше него знает волка? Осоле, осоле мио, стель франка те, кто здесь говорил про волка? Это пустяки. Я сейчас пойду и выручу Чебурашку. Как пойдешь? Один? Ты волк, тебя съест? Ничего, я ведь не просто пойду, а замаскируюсь под волка. Пальто наизнанку выверну мехом наружу, на лицо волчью маску надену карнавальную и буду точь в точь, как волк. А голос? Он тебя по голосу узнает. И голос тоже изменю, уже научился. Заяц! Ты меня слышишь? Ну, заяц, погоди! Похоже! А я все-таки волнуюсь. Вдруг волк догадается. Не бойся, все будет хорошо, когда рядом друзья. Пусть поет нам ветер веселей, пусть нам солнце ласковое светит. Тот не зря живет на белом свете. Раз, два, горе не беда. Унывать не надо никогда. Выше нос и хвост держи трубой. Знай, что верный друг всегда с тобой. Кто на ветер не бросает слов, кто в беде не дрогнет. Последнее готов.
Раз, два, три. Раз, два, три. Эй, Чебурашка, арестованный. Молчит. Гордый. Вот переловим всех ваших, и вся твоя гордость кончится. Рано радуешься. Мои друзья вам еще покажут. О, это какие друзья? Крокодил, что ли? Ой, напугал, ой, напугал. По улице ходила большая крокодила. Она в пупырочках была. Вот поймаем твоего крокодила, я из него себе портфель сделаю. Портфель, ударение не знаете. Я тебе сейчас такое ударение по голове сделаю, своих не узнаешь. Наглые все стали. С кого вы только пример берете? Наверное, с зайца. Ух, заяц, только бы мне с ним встретиться. Привет, браток. Здорово. То есть, стой, кто идет, кусать буду. Ты что, своих не узнаешь? Это же я, волк. Это я, волк. И я, волк, брат твой. Нет у меня братьев, я у мамы один. А я двоюродный, у твоей мамы сестра есть? Есть. Ну вот, а я ее сын, так что мы с тобой родственники. А что у тебя уши такие странные, большие и белые? Уши? А, это отморозил я их, вот они у меня распухли и побелели. Бедный. Ага. Как же ты их отморозишь? Ты понимаешь, шапку у меня с головы хулиган один содрал. Какой хулиган? Да заяц один. Заяц? Ага. Ну, заяц! Ну, погоди! Тише. Мне кажется, он где-то здесь, близко. О, я чую. Ну, понюхай воздух. Совсем рядом. Сейчас я его... Не, не могу. Не могу. Охранять я должен этого Чебурашку. А кто это? Вот да не поймешь, кто. Гибрид. Помесь Бобика со свиньей. Ой, точно где-то рядом заяц. Ух, я бы его сейчас. Ладно, так и быть. У самого дел полно, но ради брата родного, вернее, двоюродного... Давай вместо тебя я подежурю. Вот спасибо. Я мигом. Раз. И готово. Ага. Ушел. Чебурашка, выходи. Это я, заяц. Ты не заяц. Ты волк. Да ты что? Посмотри. Шубу сбрасываю, маску снимаю. Ну, кто я? Заяц, миленький. Какой ты смелый. Чего бояться? Мы зайцы самый смелый народ. Пошли скорей, а то волк вернется. Пошли. Ой, что это? У меня ноги от земли не отрываются. А, и у меня. Это же западня. Мы с тобой в клей попали. Где-то здесь. Совсем близко. О, заяц! Ну, теперь ты от меня не уйдешь. Раз! Ой, что это? Неужели я тоже в клей попал? Ой, ну отчего я такой невезучий? Почему у волка должна быть такая собачья жизнь? Ведь говорила мне мама, учись, человеком станешь. А я не слушался, я все убегал с уроков в лес. А ведь учителя говорили, что у меня есть способности. А ты не огорчайся, учиться никогда не поздно. Без тебя знаю. Я же лучше тебя выучусь. Вот куплю букварь, и этим букварем тебе как по голове тресну, касай. А ты, хищник облезлый, глупый, бесполезный. Что за шум, а драки нет? Ху, кого я вижу, гости дорогие? Бабуля, родная долгожданная, чтоб ты сгорела со своим клеем. Цыц,
мальчишка-щенок! Вот оставлю тебя в клее, пока совсем не засохнешь! Бабуля, прости, больше не буду! То-то! Так, где мой растворитель? Так-т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 ак! Вот и все! Весь клей растворился! Эй, хватайте их! Сажайте их! Пусть сидят в чулане и скучают! Я сильных уважаю, а слабых обижаю. Но в целом мире нет меня сильней, не найдешь. Я мощный, я суровый, физически здоровый. Я волк, а это значит царь зверей. Молодец, молодец, он как лев дерется. Лишь от зайца ему достается. Молодец, молодец, он как лев дерется. Лишь от зайца ему достается. Всего боится и темноты, и шприца, но я любого победить могу. Кто смелый? При всем чистом народе пусть на меня выходит, я от него возьму и убегу. Молодец, молодец, можно им гордиться, всемиром одного не боится. Молодец, молодец, можно им гордиться, всемиром одного не боится. Считают, что балбесы в науках не перемеса. Тот сам балбес, кто это говорит, пусть болтает. Я мудрый, я способный, талант по мне огромный, но мой талант лежит и крепко спит. Молодец, молодец, он умом прекрасен. Пятый год все сидит в третьем классе. Молодец, молодец, он умом прекрасен. Пятый год все сидит. Я человек бывалый и повидал немало. Науки я считаю ерундой, все подряд. Я книжек не читаю, кружки не посещаю. Весь день я занимаюсь лишь едой. Ха-ха-ха. Молодец, молодец, этот парень знатный. Со спины и с боков весь квадрат. Молодец, молодец, этот парень знатный. Со спины и с боков весь квадратный. Люблю своим знакомым на улице и дома веселенькую пакость учинить или Шкоду. Облить водой подругу, подбросить крысу другу, своим друзьям варенье посолить. Молодец, молодец, бабка заводила. С ней дружить, как играть с крокодилом. Молодец, молодец, бабка заводила. С ней дружить, как играть. Эй, ребята, чего приуныли? Рано еще огорчаться. Переверните пластинку на другую сторону. Может, все иначе обернется. Это говорю вам я, Карлсон, который временно не живет на крыше. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Не понимаю, что у них могло приключиться. Как ты думаешь, осел? Понятия не имею. Телеграмма такая странная. Срочно приезжайте, нужна ваша помощь. Карлсон и крокодил Гена. Нюхом чувствую, что у них случилась беда. Ну, почему обязательно беда? Я думаю, совсем наоборот, у них какая-нибудь радость. Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Наверное, у Гены опять день рождения. А какой может быть праздник без нас? Без наших инструментов. Без нашей музыки. Чтоб жилось на белом свете веселей, кто-то музыку придумал.
придумал для людей. И с тех пор один мурлычет сам себе, а другой весь день играет на трубе. Ну, а мне всего дороже саксофон, и грустить, и веселиться может он. То, как зверь он вдруг завоет, то, шутя, засмеется и заплачет, как дитя. В мире лучше контрабаса не найти, хоть в автобус очень трудно с ним войти. Но едва за струны тронешь этот бас, как у многих сразу ноги рвутся в пляс. За собой ведет оркестр барабан, как ведет корабль в море капитан. Чуть быстрее, веселее, так держать, разрешаю всей команде отдыхать. Волк. Какой же я волк? Разве у волка бывает ошейник? Нет, не бывает. А у меня есть. Вот и выходит, что я не волк, а самая настоящая собака. И интересная собака в темных очках. Ну и что? Это у меня порода такая. Немецкая очкарка. Ага. Представляете, рискую я по лесу и вижу страшную картину. Разбойники схватили зайца с Чебурашкой, связали и бросили в темный чулан. Так вот в чем дело. Теперь понятно, зачем нас вызывали Гена и Карлсон. И что же теперь делать? У меня есть план. Давайте, пока разбойники спят, приберемся в чулан, свяжем их, а наших друзей освободим. Правильно, молодец, очкарка. Я веди нас скорее к чулану. Все в оркестре инструменты нам нужны, но добавить по секрету мы должны, чтобы играли музыканты веселей. Ты в ладоши вместе с нами дружно бей. Зашли. Все зашли. Все. Попались! Вот и сидите теперь в чулане. Ай да волк. Молодчага. Эй, вы музыкантишки, чего же вы замолчали? Теперь ваши инструменты у нас. Вы что? Дело не в инструментах. Музыка не в гитаре должна быть и не в трубе. В душе. И правильно, ну, ребята, запевай.
ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца. Все в оркестре инструменты нам нужны. Но сказать вам по секрету мы должны, чтобы играли музыканты веселей и в ладоши вместе с нами дружно петь. Ишь, развеселились. Ничего, переловим всех, тогда они иначе запоют. Слушай мою команду. Начинаем решительную облаву на крокодила Гену и этого, ну как его, который... Мотоцикл? Да нет, ну этот... Вентилятор? Да нет же, ну который летает. А, пылесос? Ну нет, который живет на крыше. Кошка! Вспомнила, Карлсон. Вот кого надо поймать, кто знает. Какие у него слабости? Он сладкое любит. Правильно. У него пирожковая болезнь. А торт? Торт он любит? Любит. А кто ж его не любит? Особенно с кремом. Отлично! Торт у меня есть! Вот он! А чтобы он его заметил, сделаем надпись кремом. Ага. Карлсону, который живет на крыше. Готово. Ну, кто из вас не любит сладкого? Мы не любим. Мы не любим, особенно с кремом. Прекрасно. Тогда возьмите торт, сядьте в засаду, а когда Карлсон спустится, хватайте его. Кого? Торт? Да нет же. Карлсона. Хватайте и тащите его в чулан. Кого, торт? Да нет, тащите Карлсона. А кто понесет торт? При чем здесь торт? Когда мы поймаем Карлсона, торт уже будет не нужен. Ясно? Тогда берите торт и в путь. Люди задрожали, звери убежали, птицы улетели в теплые края. И шагая в ногу, вышли на дорогу, груз был безбывалый, закадычные друзья. Ломать, кружить, рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Ломать, кружить, рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Стой! Раз, два. Снимай крышку с торта. Раз, два. Садись и жди. Слушай, бывалый, я что-то совсем не понимаю. Вот здесь написано Карлсону, который живет на крыше. Что-то мне эта крыша не нравится. Что ты сделал, а? Теперь получилось Карлсону, который живет на. На? Дают, бери. Что осталось? Все правильно. Карлсону, который живет. А что правильно-то? И так ясно, что он живет. Если бы он не жил, зачем ему торт-то? Надо поправить. О, теперь правильно. Карлсону, который... Что который-то? Непонятно. Сейчас будет понятно. Что осталось? Карлсону. О, теперь все верно. Коротко и вкусно. Слушай, а почему Карлсону, а не Карлсон? Чудак, это же дательный падеж. Дательный? Да кто ж ему даст-то? Правило такое. Дательный кому? Чему? Карлсону. Кому Карлсону? Ни за что. Правильно. Посмотри, что там осталось-то. Крошки. Очень хорошо. Вот на них-то он и попадется.
за что на свете кашу есть не стану. Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак баночку варенья, чтоб живот ощущал удовлетворенье. Пусть стану толстым я, как бочка, пусть дверь не буду проходить, но шоколад ванильный и молочный не перестанем мы любить. Говорю вам прямо и вполне серьезно, нам нужны конфеты для работы мозга. Съешь кило кискиса, полкило дюшеса, сразу станешь умней, чем любой профессор. Пусть даже зубы выпадают, пускай исчезнет аппетит, но все же банку меда в чашку чая никто нам класть не запретит. Те, кто обладают пышною фигурой, очень уважают джем и конфитюры. Пироги и торты есть до смерти будем, а бульон и пюре мы оставим людям. Пусть даже зубы выпадают, пускай исчезнет аппетит, но все же банку меда в чашку чая никто нам класть не запретит. Ну, как дела? Где торт? Он съел. Кто? Карлсон. А почему вы его не схватили? Он взял торт и улетел. Ничего, ничего, далеко не улетит. Я ведь надпись на торте не обычным кремом сделала, а сапожным. Мама! Стойте! Вы куда? В поликлинику. Зачем? Ботинки чистить. Стойте, стойте! Я пошутила! Гена, иди сюда, никого уже нет. Да побыстрее, ну что ты ходишь, как мокрая курица? А что я, по-твоему, прыгать должен, когда наши друзья сидят в чулане? Не волнуйся, Карлсончик все придумал. Знаешь, кто нам поможет? Ребята! Какие ребят? Которые слушают эту пластинку. Постой, я что-то не понимаю. Сейчас поймешь. Ребят, я не буду долго объяснять, время не ждет. Скажите, вы умеете маршировать, но только по моей команде? Ну-ка, приготовились. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, нет, так не годится. Давайте погромче. А если мама с папой слушают с вами пластинку, пусть тоже помогают. Ну, шам, марш. Раз, два, три. Раз, два, три. Стой. Раз, два. Замечательно. А гудеть вы умеете, как реактивные самолеты? Ну-ка. Отлично. А рычать, как львы и тигры, можете? Прямо как в мире животных, молодцы. Теперь все в порядке. Вы сидите тихо и ждите наших сигналов. Внимание, внимание! Гражданка Шапокляк и вся ее компания, вы окружены. Со всех сторон, со всех сторон. Сопротивление бесполезно. К лесу подходят отряды наших друзей. Шалом, марш. Раз, два, три. Раз, два, три. Дрожите от страха! В небо взлетела эскадрилья реактивных самолетов под командованием Карсона. Лично! Вы слышите рев моторов? Это самолеты летят на бреющем полете и могут побрить вас наголо. А по лесу крадутся наши хищные друзья, львы и тигры. Слышите их рычание? А на деревья забрались и готовы спрыгнуть на вас огромные... Огромные... Кто? Я сам не знаю. Огромные крылатые... Бегемоты! Сдавайтесь, пока не поздно! Стойте! Стойте, не стреляйте! Не пускайте! Мы сдаемся! Шапокляк, откройте чулан! Сейчас, сейчас,
Сейчас, я что-то не могу найти ключа. Мы вам можем помочь. Сейчас я приглашу группу дрессированных собак и щеек. А ну-ка, ребята. Нашла. Гена, красавчик мой, спасибо тебе и тебе, Карлсон. Причем здесь мы, ребят, благодарите. Спасибо, ребят. Ну ладно, одним спасибо сыт не будешь, правильно? А ну, разбойники, по одному в чулан, шагом марш! Мы сдаемся. Не надо, я темноты боюсь. Там холодно и страшно. И телевизора нет. Нет, даже не просите. Я самый неумолимый в мире Карлсон. Пусть посидят и постучают, правильно? Конечно. И одумаются, наконец. Правильно. Правильно, да не совсем. Если разбойники будут сидеть в чулане, кого же мы станем обманывать в своем фильме? И шапокляк можно не сажать. Мы все равно ее перехитрим. А если запереть волка, так над чем же мы тогда все вместе будем смеяться? Согласен, друзья. Можно и не сажать их в чулан. Это не главное. Главное, что мы сегодня опять победили. Потому что за нас все ребята. И не только те, которые слушают нашу пластинку, а все-все, кто любит волшебную страну под названием Мульти-Пульти. От злости плачет.